Вот эта девушка. Вот. Девушка, мне сказали, что жена администратора группы Янган. Что вы можете сказать по поводу этого концерта? Ну что я могу сказать? Все окей. Мы в надежде на то, что будет все намного лучше в дальнейшем. Потому что эта группа очень перспективная. А вот сюда. А вот наш гост. Что вы можете сказать по поводу сегодняшнего сессиона? Заебись, блядь! Притом заебись от того, что, блядь, ночь вообще фанковая команда, блядь. Вообще у них саунда нету, блядь. Они будут мертвые. А теперь мертвяки, блядь. А теперь подруга. А теперь подруга жены администратора. Что вы можете сказать по поводу сегодняшнего концерта? Мне понравилась только одна группа, это Янган. И только один человек из Янганс, это я. А вот это Жура, это барабанщик, он известный барабанщик. Он уже давно записал барабанами, но он приходит на сцену иногда просто послушать новые команды, послать кого-нибудь нахуй, выпить по бутылочку пива иногда.